О случившемся работница магазина немедленно сообщила в полицию. Со слов потерпевшей, полицейские составили ориентировку и передали ее всем патрульным нарядам. Также с места происшествия была изъята запись с камеры видеонаблюдения. Молодой человек был задержан по горячим следам и доставлен в дежурную часть. В разговоре со следователем 18-летний житель Адлера признался в содеянном, сообщив, что в момент нападения на магазин у него был пневматический пистолет. Оружие он потом выкинул, а деньги успел потратить. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ему предъявляется обвинение по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это разбой.